привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в малыша леопарда. Кстати, а ты любишь животных? Если любишь, обязательно ставь лайк, а мы начинаем. Ой, а что это ты у меня такая пижамная? Так я это, спала тут в пижамке своей любимой, надо бы переодеться, а то ребята смотрят. Действительно, пойдем-ка переоденемся. Ну вот и переодевашки, сейчас посмотрим, что тут у нас есть. Хорошего, красивого и интересного. Снимай свою... Ой, божечки, ты голенькая! Быстрее одевай купальник. Ты что? Перед ребятами такая стоишь. Ой, я, кажется, забыла, что я без купальника была. Ну ладно, больше так не делай. А то как-то неловко получилось. Так, давай сделаем вот такой купальник. Это хороший выбор. Конечно, хороший. Я ж старалась. И еще мы выберем... Кстати, может... А, нет, здесь видно. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть вот такая полосатая футболочка, и можно к ней подобрать юбку. Мне кажется, тебе будет очень хорошо и очень красиво. Смотри, у тебя даже есть... Ой, у тебя юбочки просто прелесть. Не знаю, какой выбрать. Мне вот это нравится, только она похожа на озон. Странно. Ладно, давай вот эту выберем. Тикс, платье. Ну, платье нам не надо, мы же юбку уже выбрали, точно. Чё-то я путаю. Сейчас подберем очечки. Нет, давай вот эти вот сердечные. Мне кажется, они лучше тебе подходят. И какой-нибудь аксессуарчик сейчас подберем. Даже не знаю. Ну, давай вот этот сделаем. Мне кажется, тебе с ним хорошо. И подберем еще какую-нибудь шапочку или ленточку. А это что такое? Нет, такое мне не нравится. И такое не нравится. И кепка красивая, но нет. Зима, конечно, можно шапку. Но шапка, думаю, тоже ни к чему. Сделаем желтый ободочек. Сейчас посмотрим, что у нас здесь еще есть. У нас еще есть туфли. Конечно же, куда без туфлей? Сделаем яркие желтые туфли под желтый ободочек. Ну что, мы, по-моему, все выбрали. Можно еще поменять крылышки, раз у нас такая крылатая леди. Давай вот эти сделаем, розовые. Мне кажется, красивые. И можно куртяшку еще накинуть, чтобы не было холодно. А то, знаете ли, зима на улице. Можно и замерзнуть. Тикс, это не подходит, это слишком теплое, это слишком шипастое, это слишком блестящее. Даже не знаю, это смехом странно. Ладно, давай вот этот выберем. Хороший вариантик. Ну что? Ой, а ты что такая красивая, такая чумазая? Я не знаю, кажется, я забыла помыться и поесть. Помыться и поесть? Давай я тебе помогу. Сейчас мы тебя накормим вкусняшками. Пицца в подарок. Ями-ями! Да, я бы сейчас тоже пиццу стрямкала. И нет, лимончик бы не стала есть. Чай вот с лимончиком еще можно. А пицца определенно. Это вещь. Сейчас посмотрим, что у нас еще есть вкусненького. О, картошечка фри. Так у нас день фастфуда какой-то. А может еще кусочек лучочка? О, я такой не люблю. Ну ладно, не любишь, не любишь. Я тогда тебе могу бургер дать. Будешь бургерный день устраивать? Это ты хорошо придумала. А можно мне еще какую-нибудь вкусняшку? Вкусняшку? Вот у меня есть желейный торт, например. Костенька, спасибо. Спасибо, это, конечно, хорошо, но тебе бы помыться. Какая-то ты слишком чумазая. Сейчас устроим тебе банный день. Так, немножечко пузырей. Полопаем их немножко. Главное, чтобы в глаза не попало, потому что я вот не люблю, когда в глаза попадают. Кстати, если ты тоже не любишь, когда попадают в глаза, обязательно ставь лайк. Я вообще не люблю, у меня постоянно все лезет в глаза. Ой, ты где у нас спряталась? Дай-ка я тебя смою, а то что-то тебя не видно. Опять этот радужный душ, обожаю его. И этот обожаю, вообще все обожаю. Текст. И вот этим еще поиграемся немножечко. Дельфинчиков вызовем, и можно идти и веселиться. Ну вот так-то лучше. Чистая, красивая и сытая. А здесь у нас что? Новый уровень и новые подарки. Ничего себе! Наконец-то подарочки. Эх, ничего нового. Ну хотя бананы, хоть полезное что-то. А здесь у нас просто монетки. Ну это же нечестно. Очень странно и очень нечестно. Ты что такая сонная стала? Я вообще-то с тобой поиграть хотела. А еще я кое-что нашла здесь. Пойдем скорее за мной. Сейчас тебе что-то покажу. Может, туалет сначала? Ладно, туалет, так туалет. Что ж с тобой поделаешь? Давай, делай свои делишки, только быстренько. Чтобы ребят не отвлекать тут от всего этого безобразия. Так, давай напшикаем тебе еще здесь всякими ароматами.
ароматами, сердечками, пузыриками, цветочками. В общем, всякой разной красотой. Это просто не туалет, а праздник какой-то. Столько пузырей и сердечек я давно не видела. Ну что, я знаю, что тебе подготовила. Пойдем покажу. Смотри, здесь твой огородик с бабочками. Знаешь, что здесь произошло? Сейчас узнаешь. Смотри, с этой стороны у нас все бабочки открыты, а с этой еще нет. Но мы можем открыть новое яйцо и купить еще одно. Ой, ждать целый час. Ладно, давай пока новое яйцо откроем. Смотри. Ой, смотри, какой классный малыш с сердечком. Очень милый и очень красивый. Мне очень нравится. Если тебе тоже нравится, обязательно ставь лайк. А я пойду посмотрю, что у нас здесь еще есть новенького. Бабочки — это, конечно, хорошо, но не только в бабочках же счастье. Ну что, давай-ка посмотрим, что здесь у нас еще новенького. А по-моему, ничего. Этих девочек мы купить не можем, зато мы можем поиграть. Ну, конечно же, может быть даже... А давай-ка попрыгаем немножечко. Давно ведь не прыгали. Сейчас как упрыгаем на самый верх и как заработаем все монеты мира. Ну, все-то, наверное, не заработаем, но все равно сколько-то, я думаю, что будет в нашем кармансе. Сейчас прыгаем наверх. Главное, прыгай аккуратно, ловко и смело, чтобы мы смогли получить все эти денежки. И подарок, я надеюсь, будет. Интересно даже, какой он там будет. У нас вроде все уже открыто, что подарков там, кроме денежек, наверное, даже быть не может. Но посмотрим. А вдруг все-таки что-то попадется? Узнаем, узнаем. Сейчас пока прыгаем наверх. И не отвлекаемся. Кстати, моя девочка уже очень довольная стала, потому что ей нравится прыгать по этим штукам. Хотя это странное занятие, я бы никому не советовала таким заниматься. Но раз она это делает, значит, это у нее, ей можно, значит, в общем-то. Так, прыгаем дальше. Главное теперь нигде не промахнуться. Но вы помните, да, мою способность промахиваться и способность сделать что-нибудь в неподходящее в неподходящий момент. Но это со всеми, я думаю, что бывает, не только со мной. Но сейчас надо быть предельно аккуратной и допрыгать до самого конца. Потому что я просто мечтаю получить этот подарочек. Какой-нибудь сюрпризик. Сюрпризик, сюрпризик, дайте мне сюрпризик. Фух, ладно, сосредоточились. Прыгаем дальше. Кстати, когда есть острова развалины и не развалины, лучше прыгать по целым островам, потому что больше шансов, что там не будет конца пути, так скажем. Потому что это, мне кажется, подсказка от создателей, что надо прыгать, в общем-то, в ту сторону. Ну, я так думаю, может быть, я и не права. Да. Так, ну что, где там наш конец пути? Конец пути-то где? Нам свети, 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 свети ярко, звездочки мои. Вот он. И что, подарка даже нет? Эй, так нечестно. Не, ну денежки, конечно, хорошо, но я же хотела подарочек. Эх, пойду старямку что-нибудь вкусненького. Интересно, что у нас тут есть? Бургер, говоришь? Сейчас бургер у нас есть. Определенно бургер есть. А еще я хотела суши-роллы поесть. Мне кажется, это тоже вкусненько. Ага, теперь спать. Спать, говоришь? Это хорошая идея. Даже очень даже замечательная. Давай спать. Посмотрим, что у нас здесь нового есть из игрушек. А, ничего особо новенького. Я выберу кошечку и пойду сладенько-сладенько спать и набираться сил. А на сегодня все, ребята. Обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И на колокольчик нажимайте, чтобы уведомление приходило. Всем пока-пока.